Одесский подкидыш насобирал почти 4 миллиона гривен. Экранизацию одноименной пьесы решили осуществить при помощи краудфандинга – народно-общественного финансирования. Когда ожидать премьеру и как авторам удалось собрать рекордную для Украины сумму – в сюжете Игоря Хмурова. В прошлом году нам посчастливилось познакомиться с Георгием Делиевым, который рассказал нам интересную историю про его знакомство и сотрудничество с прекрасным одесским писателем и драматургом Георгием Голубенко. Он написал для них замечательную пьесу «Одесский подкидыш». Пьеса оказалась очень удачной, но автор грезил экранизацией. При этом связываться с продюсерами он не хотел, а на казну рассчитывать не приходилось. В подспорье оказалась платформа по сбору денег на старте. Увы, сам автор до триумфа не дожил. Порядка 10% собрали именно от местного населения, остальную сумму уже подключился крупный бизнес. Пришло 4 компании, 2 из которых одесских, 2 киевских, которые вложили крупные суммы. Таким образом, нам удалось собрать на фильм 3 749 000. Мы считаем это грандиозным успехом, а для краудфандинга в Украине это, в принципе, рекордная сумма. Таких сумм еще не собирали ни на одной платформе. Уличная часть фильма уже отснята, отметила Ксения. Теперь актеры переместятся в павильоны и будут стараться как можно быстрее завершить ленту. Готовый продукт планируют выдать уже нынешней осенью. Главные роли сыграет трио из масок: Георгий Делиев, Наталья Бусько и Борис Барский.